Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура днем плюс 11, плюс 14, ночью 7-8 градусов выше 0. Ветер северо-западный, западной скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь, днем плюс 14, в темное время суток плюс 9, западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, осадки в виде дождя, днем плюс 13, ночью плюс 8 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, плюс 13 в дневное время, ночью 7 с плюсом. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.